Поэтому, когда говорят доверенные лица Путина, что есть достижения, я прошу назвать достижения. Алкоголиков все больше и больше. Самоубийств все больше и больше. Преступность все больше и больше. Жилье не построили даже участникам войны. Где дороги? Где здравоохранение? Младенцев выбрасывают на улицу. Бомжи замерзают на улице. Это где достижения? Коррупция тотальная. Везде нас выкинули из всех стран мира. Везде нас ненавидят. Они пенсию повысили. Так а в это время на продовольствие 10%. Пенсия 7, продовольствие 10. Только продовольствие, а транспорт, ЖКХ. Вы над кем издеваетесь? Вы повышаете зарплату, вы компенсируете потери. Вы останавливаете смерть людей. Но вы не даете возможности им жить. Вот мы и дадим после победы 4 марта, чтобы страна жила. И ни одна девочка и мальчик не покончит жизнь самоубийством, если я стану президентом. А если Путин останется, вся страна уедет за границу. Или будет выбрасываться из окон. И это остановить будет нельзя.